Заслуги поисковых отрядов «Мариэл» были отмечены на федеральном уровне. Наш регион был выбран для проведения всероссийского слета студенческих поисковых отрядов. Вопросы его подготовки обсудили в правительстве региона. Масштабный форум, посвященный 75-летию Великой Победы, пройдет в Йошкар-Оле с 12 по 15 марта. На него съедутся самые активные и опытные поисковики из разных регионов России. 150 участников – это поисковые студенческие отряды со всей Российской Федерации. Мероприятие будет включать в себя и, конечно, культурную программу, торжественное открытие. В основном они будут проходить мероприятия на базе МАРГУ. Это их точка кипения, студенческие, учебные аудитории. Проведение слета финансируется из федерального и республиканского бюджетов. На него выделено 1,5 миллиона рублей. Участников ждет насыщенная образовательная программа. Мастер-классы, круглые столы, обсуждение вопросов работы Ассоциации студенческих поисковых отрядов России, планы на студенческий поисковый сезон.